И так, всем привет! 1 января. Не, в этот раз я был хорошим мальчиком, блин. У меня просто... Мы встречали Новый год. Ну, дома. И первый раз мама была. Долго не встречал Новый год с мамой, потому что мы жили в разных городах. А сейчас, поскольку она приехала, то, ну, блин, ограничивался шампанским. Потому что... Но мама есть мама, блин, но нельзя ее травмировать пьяным видом своего сына, так что тихонько. Но знакомые ничего не потеряли, значит, что украинцы есть украинцы, блин, я не знаю. Сегодня вот отвез маму домой, говорит, пошла. Я встречаю знакомого, подъезжает. Блин, морда синяя, глаз не открывается. Блин, говорю, ты гонишь, блин. Говорю, ты что, говорю, с немцами подрался? Они же милые люди, они даже слова кривого не скажут. Да, говорит, какими немцами? С украинцами. Блядь, ну капец. Где? Где бы ни был ты... Украинец, ты везде найдешь приключения, блин. Это кредо. Ну, что там, пожарка? Не, скорая. Блин, после Нового года прикольно кататься. Везде разруха, все взорвано, блин. Но в этом году было попроще. Это тот год, ну, просто был сумасшедший. А сейчас так, я бы сказал... на 30% от предыдущего года. Ну и слава богу. Потому что я не знал, куда прятать машину в прошлом году. Мы же стреляли по окнам, по машинам. А в этом нормально. Даже ни разу сигнализация не сработала. Так что на часах 1:30. Все еще спят. Ну мы спать легли в 6:30. Ну так я на Рождество сделал норму 25-го тут, которое 25-го Рождество тут. В Германии 25-го Рождество. Я там сделал норму, блин. Капец. Как так можно? Втопил один бутылку 0,7 рома и улетел на Альфа Центавра, блин. Проснулся утром. Открываю глаза, лежу дома, в своей кровати, на своем месте. Смотрю, рядом лежит жена. Я нихера не помню, как я оказался дома. Но думаю, слава богу, что уже хоть дома. Тут вспоминаю, стоп, у меня... А, вспомнил, что ходил по городу. Общался. Практиковал немецкий язык, еле-еле стоя на ногах. А, пошел, в курточку залажу, камеру смотрю. Камера на месте? Нет, блин, стоит $400. Камера на месте. Двери в доме? Двери в доме. Потом лег. Потом просыпаюсь так. Телефон в кармане. Проверяю. Телефон в кармане. Ты думаешь, что за такое, блин, чудо? Как? Я вообще не помню, потерялся где-то на последнем 80% пьянки. И вообще не понимаю, как у меня целое лицо, я дома, все на месте. Ну, слава богу, жена меня вышла, нашла. За шкирку привела и уложила. Ну, такая херня. Такие праздники. Празднуем. Празднуем. Что делать? Мы в порядке. Так,
чувак, давай я перестроюсь, ты... Вот так. А то ты едешь на своем лесопете. Попели на гитарах. Потанцевали. Танцы из этого слова пацана. Показываем, показали немцам новый вид танца. Шаг вперед, два шага назад. Тоталитарный век, это во мне. Тоталитарный век, это пак. О, товарищи. Товарищи вышли на улицу, гуляют. Они гуляют. Блин, вот это тут стреляли, я охренею. Блин, этих остатков вот этих коробок. Ладно. Так, разговариваю ни о чем. Наверное, для себя видос, наверное, не буду его выкладывать дальше. О, на том я так и кончу.